крафтовое пиво довольно дорогая история, особенно если это пиво хорошее. И как альтернативу часто рассматривают пиво там за 100-200 рублей в магазинах а-ля Пятерочка. Я подумал, а нет ли действительно хорошего крафта в той же самой ценовой категории от 100-200 рублей? Поэтому решил дойти до ближайшего магазина и посмотреть, что там можно найти из крафта за данную сумму. И кое-что нашел. Поэтому это будет ролик первый из рубрики «Бюджетный крафт», в котором мы будем искать хорошую крафтуху, но за приемлемые деньги. Так, и с чего мы начнем? Давайте-ка начнем мы с белого эля, вот с этого. Так, это у нас пивоварня Глетчер. Пиво называется Blue Monkey. Так, вот теперь интересно, как бы мне бан не прилетел за такие слова. Так, это у нас белый эль. То есть это бланш, насколько я понимаю. Хотя у них это, в принципе, указывалось как пшеничный эль. Ну, наверное, это и есть бланш. Итак, что, в принципе, я знаю об этой пивоварне. Находится она в городе... Сейчас я вам скажу, в каком посмотрю, скажу. Находится она в городе Клин. А пивоварня, насколько я помню, с 2011 года работает. Я так примерно посмотрел сайт, пробежался, что они делают. В принципе, у ребят там есть свой бар какой-то и так далее. Но, если честно, как бы, ну, не так часто она встречается. Я у них, по-моему, ипу только часто видел с крокодилом, если я не ошибаюсь. Итак, сколько стоило мне это добро? Стоило мне это 140 рублей. То есть в наш бюджет влазит. И посмотрим, что мы можем получить за 140 рублей. Так. Давайте-ка сначала еще раз посмотрим, что нам пишет тот производитель. Состав. Солод пивоваренный ячменный светлый, солод пивоваренный пшеничный, солод овсяной, хмель и хмельные продукты. Апельсиновая цедра, кориандр, дрожжи пивные. Так... Плотность 12,7. Ну и все. Так, окей, хорошо. Ну, пробуем. Давайте, наверное, по цвету сначала посмотрим еще. Ну, если мы говорим про пшеничный эль, то по цвету, в принципе, попадает, потому что пшеничный эль, насколько я помню, может быть от светлого до темно-янтарного. Да, в принципе, попадает. Он похож на бланш, который продается, может, таки видели, в голубой баночке. Важно будет уточнить, что сравнивая пиво за 140 рублей, мы не сравним его, в принципе, с пивом каким-то импортным, который продается там в Пятерке за 140. Нет, мы хотим как раз-таки найти крафтуху до 200 рублей, которая будет выше этого уровня по качеству, соответственно, с более дорогими ингредиентами. И то есть, соответственно, она должна быть скорее наравне с... более дорогой крафтухой, то есть за 250, за 300, ну, то есть условно я опять же говорю, в которой качество должно быть выше ее стоимости. Так, давайте-ка попробуем еще раз Blue Monkey. Чуть-чуть не хватает, чуть-чуть она водянистая, особенно в конце, почему не знаю. То есть, когда глотаешь первоначально, плотность кажется довольно хорошей, и потом она почему-то резко уходит. Не знаю, с чем это связано. Да, есть такая история. Насколько я помню, в White Ale'ах, чем они отличаются от немецких пшеничек, тем, что тут как раз вот эта вот цитрусовая часть должна быть более ярко выражена, чем в тех же пшеничках. То есть, это как бы, насколько я понимаю, основное отличие. То есть, насколько я читал и изучал эту историю. Тут с цитрусами беда на самом деле, то есть чувствуется только кислинка,
некой цитрусовой, но она не является основной. То есть тут как раз-таки наоборот, основное тело солодовое идет, пшеничное вот это вот. А составляющая вот это вот цитрусовое, ее не чувствуется. И тем более они написали, что они тут добавили кориандр и апельсиновую цедру. Но как-то я не знаю, она прям очень слабо ощутима. Очень-очень слабо ощутима какая-то там апельсиновая цедра. А как пшеничку, ну, можно попить. То есть, все-таки тут как бы... То есть это как раз таки больше пшеничка, чем белый эль. Кстати, вот в первом выпуске на Локскую один из подписчиков, или он не подписчик, просто написал комментарий, изучить тему с бланшами. Вот как раз я почитал, в принципе, разницу между там светлыми элями, к которым, как я понимаю, относится бланш. И вот... Тут это, походу, не бланш. Это не похоже на то. То есть я примерно вспоминаю, когда пил последний раз бланш тот же самый. Он был, ну, во-первых, он был более насыщенный, чем текущий вариант. И у него не было такого провала в воду в конце, как когда пьешь, вот, допустим, вот эту историю. Честно, лучше взять бланш за ту же самую стоимость, например, в пятерке продается, чем... вот это вот Блуманки. Сказать, что это плохо, это не попадание, как по мне, в заявку. Но пить можно. 140 рублей? Не знаю. Нет, за 140 я бы не взял, наверное, еще раз. Точно, да, я бы это не взял. Это не попадание. Так. Так, следующим у нас будет... Так, либо строится апа... Либо это у нас стаут. Так, давайте-ка, наверное, со строить САП начнем. Ну, а строиться, думаю, не надо объяснять, кто это такие ребята. Насколько я помню, что они с Челябинской области. Да, по-моему, с Челябинской. Вот, то есть пиварня себе зарекомендовавшая. Присутствует, так понимаю, довольно долго на рынке. То есть тут вряд ли стоит о них что-то рассказывать. АПА. Почем я взял АПУ? Сейчас скажу. Апу я взял за 190. Ну, в принципе, Островица, Апа за 190, мне кажется, цена хорошая, но это прям на грани, так сказать. Это на грани. Пробуем. Опа. Опачки. Это что у нас такое? Ну, нет, нормально все. Просто, может быть, взболтыхал чуть-чуть. Ну да, либо это гаша, нет. Да, что-то пены многовато, если честно. Я вроде и не болтыхал особо. Может, поэтому и стоил 190. Так, смотрим на свет. Да и что свет, нормально. Давайте нюхать. За пену ничего не понятно, запах. Ну, пусть пока сходит. По поводу бюджетки. Давайте к нам пока поговорим про бюджетчики другие. Я, если честно, думал, что я увижу Салденс до 200 рублей. Насколько я понимаю, что у них есть какие-то лагеры за сумму от 100 до 200. Вот. Но, придя в магазин, там было все по 215 примерно от Салденса. Хотя я думал, естественно, что он более бюджетный, потому что... Ну, если честно, то как бы почему я Салденс не особо котирую, я об этом уже говорил. По мне, он всегда какой-то пустоватый. Может быть, со стаутами, ну, как бы не со стаутами, которые там пряник у них есть, а что-то другое попробовать, поинтереснее, бочковое, может быть. Но бочковое, в смысле, сделанное в бочках. Помимо этого, я еще находил несколько пивоварен, у которых есть интересные вещи до 200 рублей. И плюс, кстати, интересная тенденция, что лагеры
стали делать почти все пивоварни довольно бюджетными, доступными. Не знаю, с чем это связано, видимо, с технологией производства. Может быть... Блин, с другой стороны, опять же, с технологией производства, это как заморочиться. Лагеры бывают разные. Какие-то лагеры надо выстаивать. Насколько я помню, что они должны дображивать. И это уже не дешевая история, потому что это занимает место там и так далее. Пока непонятно. Это вот еще история о том, что если крафтовые пивоварни начнут делать, в принципе, удобную цену, то они могут заходить спокойно в сетевухи. Там в Магнолию я видел, Кёникс зашел. Но пока их не так много. То есть Кёникс зашел, кто там еще зашел? Брелок зашел, тоже в Магнолии видел. Да и все, по-моему. Я особо там не видел каких-то других пивоварен. А, Welcome Arava зашла еще в Перекресток, что меня приятно удивило, но что-то цены там были какие-то, ну, не совсем адекватные. На нее там под 300 с чем-то там рублей. Что-то, ну, очень дорого. Велка, она стоит 250-240 в обычных магазинах. Ну, как-то странно загнули там, не понимаю, почему. Может, какие-то там договоренности есть свои, не знаю. Так, давайте-ка нам все-таки пробовать. Давайте я сейчас сначала... О, да, пенка подспала. Можно понюхать. Пахнет, кстати, хорошо. Так, что мы хотим-то от аппы получить? Мы, соответственно, хотим получить умеренную горчинку, но при этом довольно насыщенную солодовую часть, так сказать. Вот. Чтобы помимо ее условной нажористости, хотим получить там какие-либо там цветочки, еще что-то такое вот интересное. То есть мы должны получить какие-то... За счет, насколько я помню, в принципе, у апы это достигается за счет солода и за счет хмеля. То есть, ну, как бы разные вещи и папы, понятное дело. Но пытаюсь вспомнить, какие там оттенки должны быть. Ну ладно, фиг с ним. Вот сейчас чего тут учуем, то и учуем. Знаете, что интересно? В Островице, в апе, это то, что хмель сильно выходит на первый план. Ну, то есть... Тут хмель подавляет солод сильно. То есть вкус хмеля подавляет вкус солода. То есть хмель сильно мешает. То есть он как-то бьет сильнее, чем должен солода. Понятное дело, что не как в ипахе, но сильно бьет. Но смотрите, с чем можно сравнивать Островицу за 190 рублей? Если, допустим, мы говорим о рознице. Ее, по сути, надо сравнивать с... Да, с апой, которая есть, по сути, в ближайшем доступе. То есть, условно, если у вас нет рядом крафтового магазина у дома, где вы можете взять апу? Ну, соответственно, в каких-нибудь масс-маркетах, там, Пятерках, там, Периках и так далее. Там, как правило, встречается только волковская. Ну, там еще Бруклин, по-моему, есть что-то такое, но суть в том, как правило, что апа есть там только от Волчка. Если сравнивать с апой от Волчка, это интереснее намного, потому что чувствуется, что другой используется хмель. Он пожестче. По солодовой составляющей, если честно, плюс-минус одинаково. Даже, возможно, я, может быть, ошибаюсь, но у Волчка поинтереснее. Соду вставляешь. Тут горечи слишком много. Она тут ни в какую калитку. То есть тут горечь выходит на первый план, хотя должен выходить солод. И должны выходить, в принципе, вкусовые составляющие солодовые. За 190, блин, я не знаю. Это спорно. Опять же, Островица почему-то как и наш прошлый, так сказать, претендент, уступают. Уступают более дорогим, так сказать, товарищам. И даже, в принципе, иногда уступают тем же, тому же, что продается в масс-маркете. Что, в принципе, кстати, говорит о том, что в масс-маркете есть что купить более, ну, так сказать, бюджетные деньги за меньшую стоимость.
Но опять же, сказать, что это плохо, блин, тут сод просто, до свидания. Я не понимаю, почему так происходит. Надо, наверное, изучить про гашек, про всю эту хрень, потому что с нее так плело жестко. Ну, не плело жестко, то есть, ну, пенка пошла такая сильная слишком. Она очень пустая. Нет, это прям... Так, тут я не беру, тут я беру, да, все верно. Честно, блин, тут, кстати, подкупает хмель, если честно. Тут такая дилемма дикая. Я уже хотел сказать, что я лучше волчка возьму, но тут хмель настолько нажористый, настолько хороший, в принципе, хмелек у них прям знатный. Нет, ну это, конечно, не по... Я не знаю, по мне это не попадание. Я не знаю, может, я так плохо разбираюсь, но по мне это должно быть не так. А вот, кстати, и хмель, что-то написано. Цитра, каскад. Ну, то, в принципе, что и должно быть. Блин, интересно будет найти, что используется в волковской. Кстати, в волковской может быть тоже цитрокаскад, но там, скорее всего, может быть разная процентовка. И, наверное, из-за того, что они берут огромными объемами, они могут вывозить меньшую цену. Может быть, может быть. Так. Что пишет у нас, в принципе, Островица? Наш классический American Pale Ale, сваренный ближе к стилю West Coast, а именно с акцентом на хмелевую горечь и аромат при минимальной сладости. Так, блин. Я понимаю, окей, хорошо. West Coast, хорошо. Дело не в сладости, дело в том, что тут, в принципе, тело отсутствует. То есть тут есть, вот, окей, хмель, понятно. То есть с хмелем... Хмель мне нравится, как я говорил, тут вопросов нету. Ну а дальше ты чё, блин, чё, чисто хмель пить? Ну это глупость какая-то, я не знаю, ну... Ну как бы это не опаха, не знаю, я... Она должна быть намного интереснее. Ну, с другой стороны, 109... Нет, все, нет, точно нет. Я, если, опять же, вот есть вариант взять волчка, а не эту историю... Блин, я посмотрю волчок. Давайте, знаете, как сделаем? У нас хмель, цитра и каскад. И я найду, какие хмеля использовались у волковской в их апе, и попробую тоже их вставить сюда. И посмотрим. Скорее всего, тут просто разная граммовка. Типа разные соотношения в составе, в принципе. Ну, короче, ладно, посмотрим. Может быть, попробую вставить. Но 190. Блин, ты как больше ипаха, если честно, пьется, чем как апаха. Даже близко не похоже на апу. Такая лайт-версия. Не то, что лайт даже. Ну да, лайт-версия все-таки ипы. Короче, да, тела не хватает. Итак, мы переходим к молочному стауту от компании Pivot Point. Pivot Point. Насколько я посмотрел, ребята делаются с 21 года, всего пару лет. И это одно из направлений, сейчас скажу, какой пивоварни. В Московской области находится, где делают пастилу. Пивоварня, по-моему, находится в Коломне, насколько я помню, и у них основной акцент сделан, насколько я помню, не на этом направлении. Они указали, нет, кстати, тут пишут, что они Science 2018 год, хотя на сайте у них, по-моему, указан, ну, короче, ладно, давайте с тобой будем с банки смотреть. И она, по-моему, является одним из, вот это вот Pivo Point является одним из направлений большой пивоварни. Кстати, блин, пока я не забыл, вот про это пиво, что я хотел сказать. Оно стоит 140 рублей. Ребят там делают, там, он получает 12 лет, да? Я хотел поговорить про стоимость. Что влияет, в принципе, блин, на стоимость? Так, давайте-ка я, наверное, сначала вот сюда это поставлю, мы с вами этот вопросик закроем и потом перейдем к нему. Я хотел поговорить про стоимость. Чтобы, в принципе, влезть в ценовую категорию до 200 рублей, насколько я понимаю, нужно делать огромный объем, то есть хреначить огромные объемы. Салденс, он продается в категории 215 примерно рублей, да? Хотя другие, в принципе, крафтовые пивоварни, они заморачиваются, они покупают там дорогие градиенты, запариваются, то есть у них не такие большие
объемы, да, потому что, мне кажется, у Салдонс огромные объемы, то есть ты в любой магазин придешь, и вот там баночки продаются. И, соответственно, либо надо находить огромный рынок сбыта и покупать себе, условно, больше оборудования, то есть большие, что у них там, кстати, канистры, это нет, не канистры, такие конусные огромные, как же они называются, я уже забыл, танкеры, да, то есть огромные танкеры, вот, и, соответственно, увеличить объем, когда у тебя увеличен объем, у тебя ниже оптовые цены на производство и так далее, и так далее, и так далее, вот, и вот эта штука стоит 140 рублей. Мне стало очень интересно, такой 140, окей, зашел к ним на сайт, посмотрел, они там обновили оборудование, у них там эти танкеры гигантские просто, огромные, вот, и они увеличивают, видимо, сеть реализации своей продукции и, соответственно, могут снижать цену. Вот. И в преддверии, так сказать, интересных 23-х и 24-х годов, когда экономика, так сказать, будет проживать не самые лучшие времена, пивоварням придется снижаться в цене. 100% придется. И Гетчер, насколько я помню, называются, они в довольно хорошей ситуации, потому что у них есть уже, по сути, база для этого. Это вот очень интересно. Но лучше пью, еще получше сделали. Мне это как бы вот так себе. Итак, давайте так к пивопоинту вернемся. Точнее, переходим к нему. Стаут. Сколько он у нас стоил? А стоил он у нас... Так. 163 рубля. Стаут за 163 рубля. Молочный стаут. Очень интересно. Так, мы тут имеем горечь 20, плотность 16, 5,5 алкоголя. Состав. Солод, пивоваренный ячменный, светлый, карамельный, жженый, дрожжи пивные, хмель. Тут ничего нового интересного. Так, где... Так, по-моему, Коломенский я говорил. Да. Коломенский. Ну, там Коломенская область, какой-то поселок. В общем, на самом деле, первый раз увидел в магазине это пиво. Pivot Point Brewery. Хрен его знает. То есть, ну, ни разу не видел, ничего не могу сказать, хорошо это или плохо. Но цена хорошая. Плюс, насколько я понимаю, пивоварня, которая, проектом, который является вот это вот, так сказать, ну, я не знаю, как бы контрактники, а не контрактники, то есть от огромной пивоварни отдельное направление, как у МПК «Волчок». Вот, поэтому попробуем. О, нажористая. Слушайте, смотрится-то хорошо. Ой, слушай, а пахнет так классно, если честно. Ну-ка. Да, пахнет очень приятно. Ну-ка попробуем. Сложно сказать, ну, пахнет как молочный стаут, но при этом как-то бархатно, так скажем. Так, давайте начнем с плотности. Вот именно с ощущения плотности. Оно не совсем водянистое, но и не вау, так сказать. Ну, как бы с другой стороны, с чего ему быть вау? То есть не хватает, возможно, немного вот этой вот молочности, мягкости. Она есть, да, однозначно есть, но... Такой бархатистости легкой не хватает, но как бы 100, там, сколько, 160 рублей, 163 рубля, камон. Я тут больше сравниваю стаут с более, вот этот стаут с более дорогими, так сказать, своими, как бы, конкурентами, да, то есть с ценой 280, наверное, плюс, вот с такой ценой, потому что... Этот стаут действительно как бы может с ними конкурировать, условно, да, то есть не с ними, а с... можно, знаете, с чем сравнить? С...
С Алдунсом однозначно можно сравнить. И, возможно, с каким-то там Островицей то же самое. С Ревортом можно попробовать. Хотя нет, блин, у Реворта там своя сталтовая история отдельная. Я вот, кстати, выпуск писал. Выпуск будет тут. Там сталтик. Вот тут подсказочка будет. Там сталтик от Реворта такой вышел. Прям знатный. Вот надо его найти будет и попробовать. Давно пора. Вот. В общем, с ценовой категорией до 250 рублей вот этот Pivot Point тягаться может. Это однозначно интереснее всего того, что есть в масс-маркете, 100%, потому что в масс-маркете там кроме Волчка еще каких-то там... Кто-то еще, короче, стаут, там какие-то стауты представлены, но там шоколадный стаут Волчка, вряд ли его можно с молочным, конечно, сравнивать, но все равно. Вот это... Это намного интереснее. Тут, знаете, тут чуть-чуть баланса не хватает. Прям чуточку. Чуть-чуть побольше нажористости. Чуть-чуть более бархатность добавить, чтобы как бы, ну, сглаживать жонку. И топчик. Это было бы 208, что-то я бы готов был заплатить. Это открытие сегодняшнего выпуска. Блин, очень интересно, кстати. Я думал, со стаутом вообще будет провал. Я больше ставил на Островицу. Вот. Но Островица сама себя, на самом деле, надурила. Она написала, что апа, а при этом они говорят, что они сделали упор на хмель. Ну, как бы, к Вест-Косту они пошли. Ну, не знаю. Спорная история. Сделали упор на хмель и просрали полностью все остальное тело. Вот, но Pivot Point за 163 рубля это топчик однозначно. Если найдете, то берите, но я не знаю, что у них с распространением. Может быть, они только в Москве находятся, хрен его знает. Но вот это вот прям очень-очень хорошо. Да, я с радостью допью на самом деле. Еще не так давно пробовал британцев. Их стауты. Там, ну, кстати, вот даже интересно с ними. Я много выпил, поверьте, у меня довольно было много этих британских стаутов. Не помню точно название. Я вот так вот тут покажу, наверное, если найду. А может, ничего не найду. Вот, но сейчас интересно будет с ними даже сравнить. Не, тут как бы другая история. Молочный стаут. Это сравнение с другими нет смысла. Вот это очень-очень хорошо. Прям лайк, понравилось. Итак, что у нас в итоге-то по выпуску? Вот так вот. Да. Вот это вот мы берем. Это не берем. Я думаю, тут все понятно. Островица немножко разочаровала. Сами себя обдурили. Насчет, так сказать, Глетчера у меня особо на самом деле надежды не было. Вот. А вот это вот прям приятно удивило. Прикольно, прикольно. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.